Прости, брат, но у меня из головы не идут твои слова. Твой отец Зевс? Не сейчас. Надо выбраться из Хеля. Тут с тобой не поспоришь. Ну что ж, я просто молча поразмышляю над этим фактом.
Надо же, сумел. Ну, поторопись к сыну. Желаю засранцу всяческого здоровья.
Не медли, брат. Сердце у нас. Пора в Мидгард. На бедре у самого призрака Спарты. Не смей так меня звать. Не пойми меня неверно. Я слыхал, что Пантеон сам напросился. Но все же переварить это нелегко. Я знал, что ты ненавидишь богов, но что ж тебя к ним так тянет-то? Не вздумай ничего говорить моему сыну. Он не должен знать. При всем уважении, брат, в задницу такие тайны. Он должен знать. Без правды он всегда останется ущербным. Слушай, я понял. Ты ненавидишь богов, всех богов, и, соответственно, себя тоже. И своего сына тоже, неужто не ясно? Он это чует и не может ничего поделать с тем, кто он. И даже попытаться не может, потому что ты ему ни о чем не сказал. Все взаимосвязано. Ты ему не скажешь, понял? Хорошо. Короткий путь меж мирами. Так вот, я его улучшил. Или сломал нахрен. Он нам нужен. Да знаю я. Вот я взял немножко ветров Хели и сделал так, что теперь по этому пути можно шляться туда-сюда, а не в одну сторону. Если, конечно, не сломалось все нахрен. Он доставит нас к Фрейе. Хорошая мысль, брат. Там, конечно, могут быть накладки, но я в тебя верю. Не туда попали. Ну ладно, тут недалеко. Он говорил, что бывают накладки. Надо спешить. Сердце. Ты принес? Да. Другой стороной.
все еще болен. Я могу снять жар, но чтобы исцелиться... Он должен узнать о себе правду. Да. Это не так просто. Приподнимешь его? Я говорила, что у меня тоже есть сын. Я уже целую вечность его не видела. При рождении руны предсказали нелепую смерть. Младенец был таким маленьким и беззащитным. Я поняла, что пойду на все, лишь бы защитить его. На любые жертвы. Я, конечно, все делала для себя. Мои желания и страхи были для меня важнее. Он озлобился, а я слишком поздно заметила. Не повторяй эту ошибку. Ты должен верить в него. Да, правда, бывает тяжела. Но с детьми вообще всегда непросто. Это проклятие. Мальчик был проклят. Не уходи без меня. Я не уйду. Теперь мне лучше. Я вижу. Он выдержит путь. Пока да. Этого не повторится. Я обещаю. Уж будь добр постараться. Фрейя, я этого не забуду. Спасибо. Благодари отца, но тебе бы остаться, отдохнуть. Этого довольно. Мой дом всегда открыт для вас. Это Ванахейм, да? Ты сам догадался? Окно похоже на кристалл Бевреста, но ведь за стеной совсем не это. И ты грустишь, когда туда смотришь. Ты юн, но уже мудр. Да, это окно в родной мне мир, который я давно оставила. Окно, но не дверь. Ты не можешь покинуть Мидгард из-за того, что случилось в Вальфхейме? Таков дар моего бывшего супруга мне на прощание. Почему Один запер тебя здесь? Для него желание насолить – веская причина. Но, как и все его поспешные решения, это продиктовано страхом. Ваны были угрозой для асов, пока наш брак не скрепил перемирие. Теперь многие ваны считают меня предательницей. За свою жертву я получила лишь ненависть. Он запер меня здесь, чтобы я не могла ничего исправить. Я хотел спросить, почему ты живешь под черепахой? Она была моим первым другом в Мидгарде. Она предложила мне кров, а взамен я защищаю ее от опасностей, таящихся в лесу. Золотой кабан, огромная черепаха. У тебя интересные друзья.
Что ж, пока Моди не прервал нас так грубо, мы думали заглянуть в сокровищницу Тюра. Да, найти черную руну. Мальчик, ты помнишь дорогу отсюда? Не знаю. Конечно, помнишь. Нужна лодка. Не знаю. Наверное, нужна лодка. Ну ладно.
что-то может пробраться.